наши бабушки, мамы, папы и детишки. Сейчас начало лета, но я тут неспроста. Я посмотрел и послушал, что у вас происходит. Оказывается, чудеса бывают. Но я пришел к вам с добром. При поддержке Совета народных депутатов Филипповского, при поддержке главы сельского поселения, инициативной группы и еще группы волшебников, магов, хочу вам сообщить. 1 июня, первый день лета, стартует творческий конкурс в двух номинациях. Номинация первая. Конкурс детского рисунка. Номинация вторая. Для детишек постарше. Это будет видеообращение, видеоролик или видеопослание. Тематика нашего конкурса волшебного. Наш дом Филипповское. Здесь наша родина. Здесь мы живем. Здесь живет моя семья. Здесь лес. Здесь чистый воздух. И здесь вода. Здесь живем мы. Мы против мусорного полигона. В конкурсе участвуют не только жители Филипповского, но и все, кто неравнодушен к нашей проблеме. Итоги конкурса и победители будут объявлены 1 июля. Подробности конкурса будут опубликованы на нашем сайте. Нет свалки 33. У нас дедушка, конечно, старенький. Еще полгода, больше даже. Подробности конкурса смотрим здесь. Нет свалки 33. И скажу вам по большому секрету, что призы у нас тоже волшебные. Поощрительные подарки, электронные гаджеты, мобильные телефоны и даже планшетные компьютеры. Быть добру! Когда мы едины, мы непобедимы! С Новым летом, вас, товарищи! Проводим Деда Мороза, аплодисменты. Дедушка,